Наверное, нужно любить просто железную дорогу. Это, наверное, самое главное, как любое дело нужно любить. Ну, а если серьезно, нужно получить правильное образование, специальное образование. Начать нужно с самого низа. Вот я вот на этих тепловозах все крутил гайки 10 лет в ТАПах депо. Поэтому я каждая гаечка мне как родная. И даже руки чешутся, что-нибудь крутить опять. И вот так это все должно и пойти. На самом деле, мы с тобой когда-нибудь уже это говорили, что банкир не может быть железнодорожником. Ну, хорошим железнодорожником. Тем более самым хорошим, как ты говоришь. Но так же, как железнодорожник не может быть и банкиром. Вряд ли вы понесете деньги в банк, которым руководит железнодорожник. Поэтому, когда назначают руководителем железной дороги или, связано с железной дорогой банкиров, меня все время удивляет. То есть, как после этого можно пользоваться услугами железной дороги? Спасибо тебе, Олег. Ja selle ilusa mõttega ongi võib-olla aeg teha meie juttudele praegu lõpp. Raudteed tuleb armastada. Autor on siin, et anda autogramme. Avatud on raudteelaste kohvik. Aitäh kõigile, kes tulid ja raudteed armastavad. Aitäh teile. Олег, можно один вопрос, который интересует всех жителей Эстонии и Финляндии? Будет ли когда-нибудь построен туннель между Хельсинки и Таллином? Как вы думаете? Я не знаю, будет построен или нет, но я был бы очень рад, если он был бы построен.